Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня все-таки я решил дочистить снег. Вы мне в комментариях писали в прошлый раз, что все-таки нужно было по заданию весь снег вот тут очистить. Ой, а что это, он сам тает, что ли? Что с ним происходит-то? Слушайте, мокрый снег. Так, и что нам нужно? Использовать лопату. Ну, давайте чистить. То есть нам, получается, надо всю территорию, да, тут очистить? Судя по заданию, хрен его знает. Мы будем пробовать. Интересно, конечно. Это у нас еще до сих пор с вами, ребят, получается, пролог к игре. Сам симулятор еще не вышел, но мы постараемся хотя бы, может быть, его закончить. Не знаю, получится у меня или нет, правильно ли я делаю или нет. Игрушка все равно подтормаживает очень сильно, хотя вроде бы система у меня новая и абсолютно ничего не должно тормозить. Но оптимизации в демку обычно не сильно хотят завозить. Ладно, все вроде прогрузилось у нас, и более-менее сейчас тормоза должны закончиться. Но, конечно, минус нужно поставить, что в такой не особо требовательной игре все подтормаживает. Хотя система у меня вроде бы очень даже неплохая теперь. 32 гигабайта оперативки должны справляться. Видеокарта RTX 2060, Ryzen 7 5700X. Извините, ребята, если на такой системе демка тормозит, то, ну, я думаю, что-то с игрой не так. Так, мне же задание какое-то нужно было выполнить. Посмотреть список сообщений. Давайте посмотрим. Сообщение кофе вы найдете. Так, это мне не нужно. Увидеть оборудование, список увидеть. Что нужно очистить от снега? На Q. Ага, вот. Мне подсвечивается, видите? Что нужно, то есть мне нужно, получается, вот тут все еще очистить. Ну, кстати, у нас этот пролог, он обновился, и поэтому сейчас, может быть, стало даже получше играть, потому что, может быть, мы даже сможем с вами очистить тут все и до конца выполнить задание и поехать, во-первых, уехать отсюда. Так, смотрим на Q. Вот видите, у нас еще снег-то остался, то есть Вот такие все мелкие кусочечки мы должны прочистить. И нам, в принципе-то, тут хрен да ни хрена осталось. То есть нам вот эту дорожку, походу, надо расчистить. Тупо дорожку, ведущую к нашим вот этим постройкам. Так, ноль снега, да во. 400 грамм, блин. По чуть-чуть. А, кроме лопаты, у меня что-нибудь есть получше там, блин? Ну, просто как-то хреново очень убирается. Я, конечно, вот так вот могу мучиться, но, блин. Да, реально симулятор дворника, блин. Только зимой. Так, давайте теперь вот тут еще нам нужен кусочек. Вот этот, вот так вот потихонечку все это убираем. Снега лишнего не бывает. Так, давайте вот тут еще кусочек надо зачистить. Так, ну не говорите только, что мне тут прям по мелочи надо. Серьезно? Вот прям вот так вот? Блин, ну, хотя я могу, смотрите, удерживать кнопку подсветки, чтобы убирать именно снег, который типа мешает. А вот смотрите, тут прям маленький кусочек такой прям подсвечивается, прям миллиметровый. Его что, тоже надо? Иначе он не будет зачтен? Ну, это глупо просто. Это пипец. Вот смотрите, там что-то вот светилось вот маленькое. Значит, тоже надо подкинуть. Или, а вот смотрите, желтое. Это что такое? Кто-то потерял деньги. Нифига, я под снегом деньги нашел, ребят. Это кайф. Потом, конечно, может оказаться, что это вообще на самом деле я деньги потерял. Да, музычка такая успокаивающая, но когда ты занимаешься полной хренью,
это не особо как-то успокаивает. Потому что, ну, серьезно, вот так вот разгребать до мелочей, это, мне кажется, вообще полный перебор. А как-то должно это округляться. То, что я вот рядом прочистил, и все, типа, ну, good. А тут прям, смотрите, реально, мне досконально надо это все прочищать. Это полный бред. Просто полная бредятина. То есть мне надо вот так вот, ну... Это все прям реально светится. Типа, убирай как хочешь, но убирай. Чушь какая. Какая чушь, ребята. Я, конечно, блин, надеюсь, что в полной версии этого... Так, а я типа, если хожу по этому снегу, он что, убирается, что ли? Может мне просто походить по нему? Затоптать? Нет. Все-таки, блин, я доделаю эту хрень. Я должен понять. Вот прям доделаю все, чтобы оно тут вообще не светилось. Чтобы мы могли прям вот по-честному сказать, что мы с заданием разобрались. Мы с ним справились. Осталось чуть-чуть. Фигня это все. Я дособираю. Так, вот надо теперь ровненько как-то встать еще, блин. Вот, видите, это маленький кусочек. Опа, убрали. Теперь вот тут встаем. Так. Да, что ты будешь делать? И... Опа. Видите, даже капелька светится, блин. Это такой бред. Так, ну-ка, и... Слушайте, а больше ничего не светится? Нет? Нет, смотрите, светится прям миллиметр. Да я все убрал, получается. Или еще где-то за. Нет, смотрите, больше ничего не подсвечивается. Так. А, тонкий свитер у меня есть. Да, да, открывайте дверь. Так, дверь. А, черт, я не знаю, где я потерял ключ. Так, а все, я в машину-то могу попасть. Так, войти в транспортное средство. Не могу я в него войти. Я не знаю, где я потерял ключ. То есть мне надо где-то тут... Где-то найти... Слушайте, ну, судя по вот этим тропинкам, я же их не протаптываю. Нет, блин, я их протаптываю. То есть я где-то мог потерять ключи на улице. Так, увидеть, что нужно очистить от снега. Больше мне ничего не показывает, что нужно очистить от снега. Но мне бы по-хорошему скрыть, показать интерфейс... передать работу. Хотите передать работу? Вы заснули. Ну, да. Уровень завершен. Все? Это все, что мне нужно было сделать. То есть расчистить кусок. Хорошо. Дальше. Вы можете купить скребок. Ни хрена себе. Я хочу купить скребок. Так, а как мне его купить? Маленькая лопата. Подождите. Посмотреть список сообщений. Я не успел просто почитать. Вы можете ездить на пикапе. Так, а где последнее сообщение про скребок? Вы можете купить скребок сейчас. Таким образом вы можете работать быстрее. Ну вот тоже странно, да? Я захожу в магазин. Вот у меня скребок. Как мне его купить? На двойку я нажать не могу. То есть я не могу ни хрена купить. Так, да нет, не могу я ничего сделать. Так, а может быть... А, подождите-ка, может мне нифига не на Е надо нажимать? А, да нет, нифига я не могу. Да нет у меня скребка. Не могу я его купить так, но я в машину-то могу сесть. Я не знаю, куда я положил ключи. А где мне их найти? То есть, ну как-то это...
Тут вообще какая-то задница, если честно. Где мне ключи найти? Куда я мог положить ключи? Батарейки валяются, всякая хрень. Слушайте, а... Я чай, кофе даже могу попить. На улице рассвело. Тут у нас тоже получается выход. А я же... Что? Ключи, соответственно, мог где-то... Где-то потерять. Так, мне показывают, что как бы снег... Снег еще наскребает. Который надо тоже убирать. Ну, лопата фигня. Я хочу скребок себе. Но мне, прикиньте, не дает скребок купить. То есть это как какой-то бред. Или магазин не был доступен. Вот смотрите, я захожу в магазин. О, а теперь доступен плуги. Так, ну ладно, плуги, одежда. Так, объекты. Нет, я хочу скребок купить. 160 баксов. Чудесно. Маленький скребок. Покупка будет доставлена курьером. Так, курьер принес маленький скребок. Вот он. Так, хорошо. И двойка. Все. Слушайте, вот это кайф. Правда, я не пойму, он убирает или нет. Но вроде скребу. А вроде и непонятно. Как им правильно работать-то? А он не скребет ни хрена. Большие, короче, куски получается. Я могу шкрябать? Хотя нет, смотрите. О! Он скатывает. 100 килограмм. Нормально. Вот так вот. Так. Слушайте, это кайф. Когда вот так вот он сгребает. Главное, чтобы скребок не сломался. А, мне надо, блин, это все в другую сторону. Мне надо куда-то это все скидывать. Но это прикольно все равно. Все, могу разгребать тут. Так, ну если подсветить, мне типа вот это все надо. Но я не хочу это, я хочу тут вот разгребсти все. Может быть, я даже как-нибудь смогу ключи найти свои. В чем я очень сомневаюсь, конечно. Так, а я могу еще раз... До чиста прям. Не, до чиста, к сожалению, не могу. Дальше только лопатой. 0,9, видите? Всего хрен да ни хрена собираю. Но это все равно кайф. То есть я могу частично все равно вот так загребать сугробчик. 100 килограмм сразу. Ни хрена себе прилипает. Так, 80... А это что? А что в правом верхнем углу показывает? Что за сумма такая? 83. Это типа сколько процентов я почистил? Тогда что-то очень мало идет. Если он по полпроцента считает. Или это износ? Да вряд ли износ. Не может такого быть. Потому что я вот, если беру... Так. Опа, подождите. Я что-то нашел. Это ключи, походу. Так, дайте мне... Что это? Ключ. Наконец-то нашли ключ. Все, я могу садиться в машину. Я не знаю, где... Подождите, от чего я ключ-то нашел? От чего я ключ-то нашел?
Инвентарь, подождите. Где мой гребаный инвентарь? Он на Е. Наконец-то я нашел. Я, походу, ключ нашел вот отсюда. Так. На 85%. Да, в принципе, да, нормально. Уровень завершен. Так, снег убран. На 85%. Нормально. Только звездочек хрен да ни хрена. Так. О! Наконец-то, ребят, мы можем наконец-то выйти отсюда. Так, мы открываем ворота. Так, и нам что-то написали. Давайте посмотрим, что нам там говорится. Вы выполнили все задания в хабе. Посмотрите, что вы можете найти в частной комнате. И проверьте, что нового можно купить в магазине. Я бы вообще в частной комнате. Что за частная комната? О, серьезно? Ух ты, нифига. Мы теперь можем сюда войти. Шкаф-гардероб. Мы можем тут переодеваться. Тоже прикольно. Так, музыку. Наконец-то. Наконец-то тут музыку можно сменить. Ключи от машины. Пикап. Офигенский. Так, книга «Моя история». Вы изучаете всю таинственную историю города и его окрестностей, чтобы, когда соберете все артефакты на доске. Так, короче, артефакты. Окей, так, пароли какие-то, хрен его знает, микроволновка, сейф и все. Блин, ну я могу на машину теперь сесть. Карта. И, блин, я все, я пошел на пикапе кататься. Так, выезжаем. Только куда нам двигаться? Блин, я даже не посмотрел. Ребята, я даже не посмотрел, куда нам надо ехать. Ну, в любом случае, мы можем где-нибудь тормознуть вот у какого-нибудь домика. Так, и посмотреть, кому-то что-нибудь почистить. Вот смотрите, как там все заснежено у некоторых. Либо можем пока просто погонять. Так, подождите, у нас вид какой-нибудь другой есть. Переключить камеру на С. Во, вот так, наверное, будет лучше ездиться. Прикольно, то есть вот теперь мы, ребят, можем задания какие-то выполнять, кому-то ездить и чистить людям снег, либо там какой-нибудь завал. Блин, нифига себе, вот это прикольно. Во-хо-хо-хо, вот так, лучше, наверное, не разгоняться, иначе мы куда-нибудь влетим. И это будет не совсем хорошо. Но мы можем зато уехать подальше. Так, дорога недоступна. Сначала необходимо получить рекомендации. Вы не хотите сказать, что мне надо разворачиваться, что ли? Ладненько. Разворачиваемся. Так, ну и я так понимаю, сюда мы тоже хрен проедем. Нам сейчас тоже скажут, что эта дорога тоже недоступна. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это я, слушайте, бампером немножечко цепанул ограждение. Сейчас могли бы перевернуться, и все на этом бы закончилось. Наша поездка. Я еще все-таки хочу немножечко посмотреть окрестности. Да что ж так, блин, ну, слушайте, в снегу заносят прям очень сильно. Прям нереально сильно. На, так, посмотреть, что, где тут у нас на Ку, что нужно очистить от снега. Так, выйти из транспорта, переключить, позвать на помощь, увидеть оборудование, список сообщений, видеть карту. И чё? Это типа мы, пикап. Так, гараж на подъезде. Трактор. О, давайте к трактору поедем. А мы, кстати, к нему и едем прям. То есть где-то тут трактор, который надо типа выкопать. По полям, мы хреначим к трактору, который ехал к нам. Видимо, который ехал к нам. Так. Выйти из транспорта на X. Вот прям тут где-то должен быть трактор. Так, описание работы. Тщательно уберите снег на территории. Мистер
и миссис Смит. Это первая прибыльная работа, так что уделите ей время. Так, я хочу. Так, смотрим, что нам нужно убрать. Ну, в принципе, вот тут. Так, а как мне убрать-то? Так, увидеть работу. А как мне трактором-то это расчищать? Я же не могу даже опустить эти фиговины. Как они опускаются-то? Вверх-вниз? Должны опускаться. Так, поднять или опустить? А, на R. Во. Век, что-то сильно, что ли? Там камни еще гребаные. Вот оно, чё. Да, блин, кнопки путаю. Да что ты будешь делать-то? Нифига не просто. Ну, попытаемся, по крайней мере, справиться. Ну, на тракторе, слушайте, прям намного проще разгребать вот это все, чем лопатой. Вот прям я вам точно скажу. Вообще прям намного проще. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Кайфец. Да, блин. Если на камушек попадает, а носков, что он кверху сразу поднимается. Блин, ну остальное можно и лопатами, в принципе, догребсти. Потому что тут уже неудобно становится. Давайте посмотрим вообще, сколько нам еще чистить-то. Так, вон там еще огромный кусок. И где-то еще. Так, разворачиваемся. И где-то вон там за домом, что ли, еще. Да ну, это нахрен. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Вот эту всю дорогу надо прохреначить. Это что-то... Это что-то очень много. Не, конечно, могу, типа, попробовать. Вот сейчас опущу, тут камушек попадется. Так, хорошо. Допустим, мы... тут надо развернуться и в другую сторону уже ехать. Но все равно, блин, неудобно. Это охренеть сколько. На 31% мы почистили, в принципе. А если мы примерно на 80-90% почистим, это нормально будет или все-таки мало? Что тут, блин, еще умудрись так почистить. Мы вроде чистим, а с другой стороны закидываем в другие места. Так, 38. Видите, что получается? Так, наверное, давайте опускаем. Так, вот тут надо расчистить все до сортира. Опускаем. Так, вот так. Ну, смысл понятен. Смысл понятен, что нам нужно вот это все
сгребать. Смотрите, 50% мы уже захреначили. На тракторе, конечно, блин, еще надо привыкнуть ездить. Потому что могу сказать сразу, что ни хрена неудобно. Но мы уже 60% нахреначили. То есть, по сути, мы молодцы. Неплохо. То есть мы это все можем типа загребать, а оставшиеся типа лопатой. Там лопаты, либо еще чем-нибудь. Вот 70 уже, видите? То есть все, мы можем выйти из трактора. Так, подсветить. Почему я не могу включить, чтобы оно это самое... сразу показывала. Ну, смотрите, я даже что-то грибу. Только мне это не засчитывается. То есть я могу взять... А, я все-таки греб что-то, да? Да, я все-таки что-то грибу, и мне даже что-то засчитывает. На 70% мы захреначили. На 100, конечно, тут, блин, не хочется этим заниматься. Если лопатой, например, все это делать. Где мой скребок? Он у меня вообще есть. Лопата, единица. Хорошо, но я единицу беру. Вот так вот. И просто хренью заниматься. Это же вообще кайф. То есть мы чистим-чистим то, что, блин, тут можно чистить до посинения. Ну, вручную, зато, смотрите, прям дочисто почти убираем. Нам за это денег дадут. А сколько именно дадут, хрен его даже знает. Блин, такую огромную территорию прочистили. Весь надо снег нахрен чистить. 75,5. Блин. Но все-таки вот этой фигней как-то лучше получается. Так, вот так, прям по 100 килограмм. И сюда куда-нибудь. Так, теперь вот так идем. 700 грамм, ну все-таки захватываем. Видите, 20 килограмм, ну по чуть-чуть, но все-таки у нас уже почти 80%. Можно, конечно, тут заморочиться, прямо реально на 100% очистить все, но я даже не знаю, есть ли в этом какой-нибудь смысл. Потому что, ну смотрите, по-хорошему тут прям до хрена нужно собирать. Вроде так идем, собираем, только непонятно, собираем или нет. По сути, или просто затаптываем. Походу, мы больше затаптываем. Ну, допустим, ладно. Скребем. Или затаптываем. Это не имеет особого значения. Вот, собираем и все. 88. Ну, почти 81% мы захреначили уже. Можно, блин, лопатой. А там еще... Там еще, походу, слушайте, а может же быть, что и вот тут еще где-то надо. Я же тут могу пробежаться и посмотреть. Да, блин, вот у нас самая большая часть-то. Самая большая часть, которую надо очистить. Вот. Сейчас мы молодцы. Кто молодец? Я молодец. Есть. Тик.
Сейчас, давайте-ка, я вот отсюда буду туда гнать. Так, даже как-то это правильнее, чтоб снег нахрен тут нам не мешался. Вот куда-то туда. Так. 84. Ну, слушайте, до 90 я добью. Ребят, до 90 я добью. Но уже на 100 это, наверное, будет глупой затеей. Вот так вот туда выкинули. 85. Все, зеленым стало. Я думаю, типа, когда зелененьким становится, это прям очень хорошо. Что, типа, мы справились со своей задачей. 86. Ну-ка, посмотрим. Да тут осталось-то хрен да ни хрена. Даже собирать тоже нечего. Сколько тут, блин? Прям чуть-чуть вообще. 88. А вот тут то, что мы собираем, это уже ни хрена не считается. Видите? То есть мы тут дальше можем катить, сколько тут упремся. У нас также останется, сколько и оставалось. Так, ну а как нам закончить? Как нам закончить задание? Использовать маленькую лопату, большую, скрипа, передать работу. Все, на Enter. Ну давайте. 88%. Ну, в принципе, мы справились хорошо. И на этом в магазине появились новые инструменты. Ну, я думаю, ребят, на этом пора заканчивать. Я даже не знаю. Мне кажется, немножко это как-то все муторно. Вот так вот разбирать все до посинения. Задумка интересная, но вот сам геймплей, как-то реализация вот этого убирательства снега, она как-то не очень удобно сделана и прям надоедает. Вот это вот хождение туда-сюда, прям доскональное вычищение снега и прям по миллиметрам, это, мне кажется, очень как-то глупо и очень быстро надоест. Но в любом случае, я не знаю, последим, когда игра выйдет, там, наверное, скорее всего, много чего может поменяться. Все-таки это у нас пролог, и он давно выходил, да, его немножечко обновили, но все равно в полной версии какие-то механики могут поменяться. И думаю, так оно и будет. В общем, будем следить за игрой, и когда она выйдет и приобретет кучу фиксов, тогда мы обязательно в нее еще раз поиграем. А на этом сегодня все, ребят. С вами был Пипан. До скорых встреч. Увидимся. Пока.